Я в Инстаграме? Да. Да ты что? Показывай, что хочу ты... Хочу похвастаться. Давай, хвастайся. Хочу похвастаться своей лампочкой или чапой. Это просто провизориш. Провизориш, как говорят. Вот она, лампа или ча. Ой, ура, ура, ура. Гореть. Три раза гип-гип, ура, молодец. Все, похвастался, что ли? А что, хватит? А, на сегодня хватит, да. Еще что-нибудь будешь хвастаться? Нет. А что так мало? Люди ждут. Ну что ты скажешь мне? Вот так сидим. Угу. Капучинку пьем. Это творожок домашний. С клубникой. Ой, сладкая моя булечка пришла, золотая, мой хорусь. Добрый вечер. Здравствуйте, доброе утро. Бабулечка моя спала. Вот так вот. Кто не работает, тот ест. Проводили мы нашего сыночка. С его компанией. С его компанией. Да, 4 человека, 6. Мы, как знаете, расслаблены сейчас. Сегодня, да. У нас было... Готовить не надо. Не надо. У нас было 3 дня, 4 дня... как это, напряженных. Напряженки было, да. Вчера мы целый день убирали после гостей. А сегодня мы отсыхаем. Уставшие. Сегодня старые хоть... мы уже стали. Сегодня я свет сделаю. Вот да, это тебе надо памятник поставить при жизни, Джан. Давайте начинайте сейчас, а то я должен увидеть свой памятник при жизни. А то умру потом. Сладкий мой, ты мне скажи, когда мы маски не будем больше носить? А Изабелик что, министр Баварии? Я читала, что может пить. Не знаю, Германия или нет. Следующий месяц? Может быть, будет, когда... В конце следующего месяца все хорошо, снимут маски? Да. Климка, я тебе сниму намордники твои, все уберу. А у меня все свои. Все в помаде. Стимт. Какой не беру в помаде? Какой не беру в помаде? Нет? Ой, какие мы негигиеничные люди. Нормально. Или завязанный. Или папа берет мою, одевает с помадой. Ну правильно, зараза же заразе не пристает. Не говори. А еще сказали, что канцлером хотят назначить нашего баварского министра. Зюдер. Да-да. Еще закрутит гайки. Ну да, Бавария уже покажет всей Германии, пусть не думает. Закрутить некуда, но еще закрутить, наверное, я так думаю. А что закрутить-то? Ну, урежут, то урежут, это урежут, знаешь. Что урежут, как ты думаешь? Ну, деньги урежут, цены подымут, бензин подымут. А что, цены подняли уже? Люди не верят, что цены подняли. Вот ты скажи, ты у нас редко ходишь в магазин. Расскажи, пожалуйста, всю правду. Вчера был в Реве. Да. Нет, в субботу. Большие шоки были. А чего ты шок получил? Это были. Что ты там купил, что ценные? Ну вот, были у нас гости. Да. Они захотели вегетарианские сосисочки. Вот такие маленькие. Пачка вот такая маленькая. 6 штук. И они... Да. Ну как твой пальчик. Да. Ну тонкие. Да. И стоили они 2 €. А я еще смотрел стек. Да. Вегетарианский. Стейк. Я вообще в шоке был. Там вот таких 2 кусочка небольшие. Ну, может, грамм по 50. Ну, 100 грамм нету у каждого. Uh-huh. И стоит 3,99. Я был в шоке. И что, какой у тебя мораль той басни? Мораль той басни такова. Надо переходить всем на мясо. Не надо быть вегетарианским. Очень дорого. Тебе зарплаты не хватит. На сосиски, на эти стеки. Если будешь работать, будешь вегетариан. Нет, она будет травку кушать.
К маме приедет, будет травку кушать. Да, чёрт? Не надо кушать. Будешь макароны кушать, Диси, вот дёшево. Нет. Овощи дорого. Овощи дорого, помидоры дорого. Всё дорого. А что недорого? Я не знаю, что недорого. А сои вообще так дорого здесь. Соевые. Типа они сделали тофу, 19%, сделали 16%. Обрадовали нас. Ну, заранее уже цены. Чем, как они считают, там, министр, финанс-министр? Может, с 19,3% отнять что? Или он прибавил, наверное, я так думаю. Они сделали плюс 3, понимаешь? А потом отняли. А потом скажут, мы сделали 16, типа, и прибавить еще 3, и будет уже 21. У нас так и будет. Потом поднимется 16 в следующем году сразу на 21. Да-да, они так сделают. Да. Вообще-то Меркель обещала, когда я пришла к власти. Все, что обещала. Пока я у власти, никакой поднятия штойра, ничего не будет. Забыла, наверное, да? Старая же уже. Какая-то Меркель. Ой, чует, придут, завтра оденут наручники. Почему, Джан? Не завтра, сегодня они не придут. Почему? Сегодня поздно уже. А почему придут? Они с утра ходят. А кто придет-то? Ну, я тебе. Кто? Немецкий КГБ, что ли? Это немецкий КГБ? Да. За что? Штази. Штази, Лёва, здесь... Штази нет вообще-то, было в ГДР. Было раньше же. Да. А за что я вообще... Они просто переделали. Ага, Нахрихтендинст называется здесь. Как? Нахрихтендинст. Тебе вообще не стыдно? Ты немец. Нет. И не можешь говорить. Как Высоцкий пел. Спортивный.